Однажды Бога попросил мужчина создать ему объект его любви. Бог отозвался, выяснив причины, и создал женщину из плоти и крови. Немного света лунного прибавил и солнечным сиянием осветил. Во нрав он кротость голубя добавил, а стройно серный в стане воплотил. Создатель так увлекся над творением, что наделил ту женщину слезой. Вселил в нее он молнии мгновения, и легкость пуха он смешал с грозой, наполнил голос соловьиным пением, болтливостью сороки наделил. А в результате страстное творение Всевышний для мужчины сотворил. Бог жизнь вдохнул прекрасное создание, просящему отдал его заказ. «Бери и мучайся», — сказал он на прощание. «Люби и береги, как Божий глаз». С тех пор мужчина — пленник и хранитель. Прекрасной смеси, отданной ему, он муж, любовник, критик и ценитель. А все вопросы к Богу самому.